Значит, друзья, мы сейчас находимся в очень интересном месте. Пришла на процедуру красоты, а тут у моего любимого творца, вот, который сейчас снимает, у нее вот такое вот пятнышко на курточке. Ну вот и в машине, конечно, чистики всегда же есть. Покажи Любе, Люба хочет тоже увидеть. А Люба тоже хочет увидеть. Да. Хорошо, пятно. Это чистик кремовый, да? Потом мы берем вот таким вот легеньким движением. Что-то такое, что-то капнуло, какая-то вода непонятная. То есть мы порошка, легким движением, без ничего, просто водичка и кремовая рукавичка, которая очищает кожу, дерево, мягкую мебель, аппаратуру, стены. Ну и нас любимый самбим, который... Смотрите, ничего нет. Да. Честно, вот. я думала, ржавчина нет. Вот так, а потом мне не верят. Так считают, что я вот тут вас всех подговариваю, понимаете? Ребята, чистики, это бомба. Вот и все, мы ушли. Да, вот это кремовая рукавичка и самбим. Идите, давайте. Все, мы ушли. Все, мы еще скоро вернемся.